Ну вот мы и дождались. Финал. Главный решающий матч. И сегодня мы узнаем, кто же станет обладателем Кубка чемпионов в этом году. Мы все в предвкушении очень хорошего футбола, ведь команды замечательно себя показали на протяжении всего турнира. И думаю, сегодня также нас порадуют и ярким, и насыщенным матчем. Это состав Пари Сен-Жермен. Тренер выпустил. Так, здесь штрафной. С самого начала арбитр задает планку дозволенную. Некоторые арбитры предпочитают вести беседы, другие сразу лезут в карман за карточками. Сегодня у нас второй случай. Да, только началась эта встреча, и судья сразу обозначил допустимый уровень фолов. Перед тем, как навешивать, неплохо бы посмотреть, а есть ли кто-нибудь там, куда отправляется мяч. Какой перехват! Восторг! Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Бен Арфа. Джегош Крыхаля. Это может быть опасно. Эдинсон Кавани. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Промис. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это может быть опасная атака. Отобран мяч, надо возвращаться. Ушел мяч за боковую, ЦСКА вбрасывает. Мотта. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Бен Арфа. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть варианты развития атаки. Терпеливо ждут они своего шанса. Красиво сыграно, как эффектно. Матюди. Левен Кюрзава. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Посмотрим за этой атакой. Есть шанс выйти вперед. Мяч вышел за пределы поля, и ЦСКА будет вбрасывать. Прекрасный пас. Опасно. Мяч летит в сторону ворот. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Вот как должна работать защита. Армейцы атакуют. Посмотрим, сможет ли команда, которая проигрывает, отыграться в этом финале. Итак, открыт счет в этом матче. И с центра начинает команда. Атем Бен Арфа. Джегош Крыхов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Квинси Промис. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. Атакующая комбинация ЦСКА. Матюиди. Пастор. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз.
Хатем Бен Арфа. И все, судья. Первая половина финала пролетела невероятно быстро, и вот команды уже выходят на поле после перерыва, чтобы продолжить борьбу за Кубок Чемпионов. Что ж, посмотрим, успели ли команды отдохнуть, и надеемся, что вторая половина пройдет так же увлекательно, как первая. Тиаго Мот. Тут может что-то получиться. Забирает мяч. Серж Орье. Хатем Бен Арфа. Гжегош Крыховяк. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящий. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар! Надо забивать и сравнивать счет. И упущен шанс, упущен верный шанс сравнять счет. Мотта. Пока неплохо. Надо забивать! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Крыховяк. Димари. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. 20 минут до конца основного времени матча. Промис. Армейцы в атаке. Долго держит мяч. Он с мячом и продолжает накрутить. Винси Промис. Штанга. Совсем близко к голу. Головой отдал он мяч партнеру. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Удар! И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. И он накручивает соперников одного за другим. Удар. Батер решил отбить мяч. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Есть варианты развития атаки. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Хесе. Мохаммед Салах. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. За матчи пару минут до спасения, один гол. Лови момент, как говорится. Да, лучше этой команды в Европе сейчас нет. А счастливее, да, наверное, в целом мире не найдете. Закончен еще один розыгрыш Кубка Чемпионов. И они победители. Браво, команда! С большой буквы, конечно же.
Это невероятное достижение, и болельщики навсегда запомнят этот день. Еще раз браво! Празднования на поле завершены. Переходим к официальной части. Начинаем награждение победителя Кубка чемпионов этого сезона. Игроки уже готовы получить кубок. Им не терпится поднять его над головой. Куда ж без этого? Конечно, туда, к трибунам, к болельщикам. Вместе с трофеем идет команда. Болельщики очень помогли команде. Это и их трофей, разумеется. Куда без этого? Конечно, это традиция, команда фотографируется. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции.